Для многих ребят служба в рядах Вооруженных сил России – это не только обязанность, но и цель, к которой они стремятся и готовятся заранее. И увлечение военно-прикладными видами спорта очень помогает парням чувствовать себя увереннее. В этом мы смогли еще раз убедиться, побывав на комплексном военно-патриотическом мероприятии. В рамках проведения памятных мероприятий, посвященных освобождению Славянского района от немецко-фашистских захватчиков, в хуторе Бараниковском Протокского сельского поселения прошло военно-патриотическое мероприятие. Собравшихся школьников и студентов муниципалитета приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, который подчеркнул преемственность поколений настоящих патриотов. Наши деды, прадеды защищали нашу родину. Эта земля полита кровью. Вы должны проникнуться и немножко понять, что творилось в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, вы знаете, мы живем в непростое время. Наши воины героически сражаются в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях. Отстаивают русский мир. Борются с нацизмом. Яркое показательное выступление ребят из Краснодарского военно-патриотического подросткового молодежного клуба «Защитник» никого не оставило равнодушным. На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Кубань» работали тематические станции. Славянцы стреляли из пневматической винтовки, задавали вопросы и получали на них ответы, учились и пробовали сделать самостоятельно окопные свечи, ловили радиоволны, словом, провели время с пользой и узнали много нового и интересного.